19 декабря муниципальный театр имени Салика открывал городскую елку. Оркестр Деда Морозов исполнил несколько праздничных композиций. Снегурочка и Святой Николай поздравили одесситов и гостей нашего города с этим прекрасным праздником. После завершения мероприятия артисты и администрация театра забрали свои музыкальные инструменты и ушли. Подрядчики, которых мы нанимали для технического обеспечения мероприятия, остались грузить свою аппаратуру. В это время звукооператор включил плейлист с новогодними композициями, фоновой музыкой. И среди них прозвучало произведение, которое вы слышали. Мы приносим свои извинения одесситам за столь нелепую случайность.